Нам надо думать и идти вперед. И, как видите, у нас много есть, даже заделы есть. Я, конечно, намек понял, что для того, чтобы держать эти заделы, надо заниматься конкретным делом, и на это должны быть деньги. Надо рачительно их использовать. Поэтому к ученым обращение мое одно, уже от имени и России, и Беларуси. Помогите в данном случае. Вы должны быть на шаг впереди. Поможете, мы быстрее выйдем из этой ситуации.